Друзья, всем привет! Приветствую вас на канале. Хотела вам показать новинки, ну, в кавычках, скажем так, ну, которые у нас появились. Дочка ездила к подружке, а у нее вот эти вот цветы. Но у нее большая беда, кроликов невидимо. Кролики или зайцы вокруг, и они все обгрызают. Вот смотрите, ребят, бересклетик, да? Ну, вот прям просто хорошенький. Она даже пересадила его в горшок. Он рос в земле. Пришлось пересадить, потому что все объедают. Вот, смотрите. Ну, это вот просто сейчас уже посадили. Это все объели кролики. Вот. Вот. Невозможно. Ну, поэтому... Ну, дочка, конечно, не отказалась. Взяла. Вот. Ну и вот, теперь вот у меня задача вот эти все бересклетики пересадить. Пусть они, как говорится, приходят в себя. У нас тут тоже бегают, но изредка пробегают. Редко пробегают. А там прям просто кишма кишат. И вот еще отдала гвоздичку. Мини какая-то гвоздичка. Потому что тоже все съедают кролики. И вот еще какая-то штука. Что это за штука? Колючая какая-то. Ну, я приблизительно помню. По идее, она должна цвести красными цветочками. Но не знаю, не уверена. Что я хочу? Мне сейчас нужно определить им место. Я начну с бересклета. И что я нашла? Во-первых, у меня здесь есть вот на горке место. Вот там, где у меня огород. И где у меня кабачки растут. Ну, а кабачки будут или не будут. Вот смотрите, Мэри Голды или бархатцы. Вот это приживается, а это вот благополучно пропадает. А пропадает не знаю почему. Потому что вот нанимали типа садовников, и они обрабатывали что-то от сорняков. И это все погибает. Но вот здесь вот они ничего растут, разрастаются. Уже месяц, как я их пересадила, не сказать прям, что сильно хорошо, но как-то так. Вот у меня вот это вот место есть, и у меня идейка. У меня есть вот такой горшок, который я же и присоветовала дочке купить. Он и все, с отверстием. Вот, все как положено, отверстие есть. Брали его за... $30, как сейчас помню. Я посчитала, что это для такого горшка дешево. Ну, немножко краска облазит, но и бог с ней. Это уже все-таки он 2 года стоит здесь на улице. Мы на лето кое-какие цветочки ставили. В него просто ставили. А сейчас я хочу вот посадить вот сюда вот этот вот бересклетик. Вот сюда я его и посажу. И даже он зимовать будет здесь. Пусть он сейчас приживается. В общем, сейчас буду заполнять землей. Землей у меня как таковой уже нет. Сначала добавлю какую-нибудь щебеночку, наверное, поищу немножко. Ну, буду показывать по ходу пьесы. Приперла я целую тележку земли. И вот здесь 2 лопаты у меня золы. Земля, смотрите, какая листовая. В общем, пошла за сарай. Там листья были с деревьев. Сейчас вот это все перемешаю. Земля прям рыхлая. Даже искала простую землю, такую прям твердую. Не могла найти. Земля хорошая, но листовая такой. Не до конца, можно сказать. Еще будет подгнивать, наверное, со временем. Но потихоньку разойдется. Вот. Ну, бересклет, насколько я помню, он немножко любит такую кисловатую почву. Поэтому для него как бы это хорошо. В принципе, можно было, конечно, золу и не добавлять. Но на всякий случай. Пусть будет. Сейчас вот надо их реанимировать же как-то. Вот. И я сейчас разберу, допустим, посмотрю, какие корни. А здесь земля дуб дубом. Прям вот вообще. Я сейчас посмотрю, что к чему. И на низ засыплю похожее сверху тут. Ну, в общем, вперемешку буду все делать.
Так, вытащила с горшка вот этот вот маломальский, да? А вот, бересклет. Он весь одинаковый. Вот смотрите, ну, в принципе, корешки внутри белые. Вот, и здесь вот такие есть. В общем, сейчас земля здесь тоже вот. Тут все подряд есть. И глина есть, я смотрю. И, ну, сейчас со своей перемешаю. И будет нормально, скорее всего. Второй тоже вытащила. Но земля здесь более такая тяжелая. Более тяжелая. Сейчас опять же мешаю со своей. И уже вот начала высыпать в этот горшок. Друзья, я решила, что сюда у меня войдет 3 куста. Сюда землище вошло. Все 3 горшка вот этих я высыпала. И уже то, что привезла, засыпаю. Вот так вот примеряю. Не сильно глубоко, смотрите, как. Ну, вот так, может. Высоко тоже вот так не хочу. Надо, чтобы где-то, чтобы поливалось. Вот так, где-то на таком уровне вот посажу. Вот, делаю примерку и уже сажаю. Вот эту всю землю, всю перемешала, которая была. Свою листовую, золы чуть-чуть. В общем, сделала смесь. Ну, рыхлая, хорошая, хорошая прям. Легкая. А та, в которой привезла дочка, очень тяжелая. Ну, вот так вот я сделала наметки, еще не поливала. Сейчас сразу сделаю обрезку. Обрежу немножечко, вот это прищипну. Вот это вот тоже вот здесь где-то обрежу. Вот. Здесь прищипну. Вот. Посмотрим. Лишнее немножко уберу, чтобы более такую форму придать круглую. Но обрежу кое-какие сухие, где зайцы повредили. В общем, как-то так. По чуть-чуть срежу. Все, друзья, подстригла. Вот. И даже несколько веточек воткнула, потому что я обнаружила на них какие-то корешки. Как он размножается, честно сказать, не знаю. Так, на дурочка, как говорится. Вот, посадила. Полью сейчас, хорошо полью. Потому что земля, ну, все равно сухая. Здесь отверстие дренажное есть. Земля листовая. Так что уйдет хорошо. Надо, чтобы приживалось. Сейчас пропитается, еще раз полью. Еще один бересклетик посажу вот здесь, среди елочек, туй, можжевельников. Вот здесь вот посажу. Вот эта земелька, свою половину так посадила. В общем, здесь сверху мульча везде, но, по-моему, поливали какой-то отравой от сорняков. В общем, немножко меняю землю здесь, досыпаю листовой сверху. В общем, второй будет вот здесь расти. Ну, друзья, все посадила, все полила. Уже время 8 вечера. Дай бог, чтобы все росло. Ну, и если какая-то информация вам была полезна, то поставьте лайк. Ну и до скорых встреч на канале. Подписывайтесь, кто не подписался. Пока-пока.